14 декабря 2021 года компания Positive Technologies презентовала в онлайн-формате новое решение для обнаружения киберугроз и реагирования на них – PT-XDR. За трансляцией Positive Launch Day 2021 в онлайне наблюдали больше 1000 специалистов информационной безопасности, обратная связь от которых определяла ход мероприятия. Аббревиатура XDR означает Extended Detection and Response, и это следующая ступень в применении систем EDR, которые обеспечивают выявление угроз на конечных точках инфраструктуры. В отличие от EDR-решений, XDR позволяет получить полную картину происходящего в инфраструктуре за счет собственных агентов и сетевых сенсоров, а также объединение нескольких продуктов в единую среду обмена данными. На Positive Launch Day представители Positive Technologies рассказали, каким должен быть идеальный XDR и как решения этого класса помогают обнаруживать и предотвращать угрозы. Ну, в этом году мы презентуем наш новый продукт Positive Technologies XDR. Мы осознали, что такое решение нам в портфеле наших продуктов просто жизненно необходимо. Мы охватили конечные точки. Мы можем доставлять экспертизу позитива, экспертизу о том, как взламывают системы и как это проявляется на конечной точке. Мы можем коррелировать эти события, в том числе как на конечных точках, так уже и понимать, как это связано с теми детектами, которые мы обнаруживаем на других наших продуктах. И сопоставляя эти события, определять в автоматическом режиме реакцию на них. XDR будет неотъемлемой частью, входящей в состав наших новых метапродуктов, которые ставят себе конечной целью обнаружить и предотвратить действия злоумышленника в инфраструктуре, по сути, автоматизируя весь этот процесс и в идеале одним человеком. Наш целевой рынок – это компания Large Enterprise, которые всерьез занимаются вопросами обеспечения информационной безопасности. Это крупные компании, и это уже те, кто использует продукты компании Positive Technologies. Я ожидаю традиционно, что продукт будет реально использоваться, и что наши клиенты и наши партнеры привнесут свои знания и экспертизу с точки зрения тех сценариев и тех детектов, которые им необходимы в их реальной деятельности. По заявлению экспертов Positive Technologies, XDR-решение – это must-have для противостояния сложным угрозам и целенаправленным атакам. Профессиональные киберпреступники сегодня используют многовекторные подходы для проникновения в корпоративную сеть и атакуют максимальное количество элементов инфраструктуры. Поэтому важно одновременно отслеживать потенциальные точки проникновения и оперативно устанавливать взаимосвязи между событиями на них. XDR позволяет собирать события в контекст из разных ИБ-продуктов и предоставляет аналитику SOC весь необходимый инструментарий для реагирования. Решение также помогает выяснить причины заражения и компрометации и восстановить работоспособность систем. При этом поиск угроз и реагирование на них происходит в рамках всей инфраструктуры, а не отдельных ее элементов. Ну, до недавнего времени в портфолио компании вообще не было решения, которое защищает конечные устройства на самих конечных устройствах. Поэтому мы предлагаем не только PT-EDR как законченный продукт, но и XDR, Extended Detection and Response. И это решение, которое аккумулирует технологии, аккумулирует экспертизу разных продуктов. Мы находим новую нить, по которой мы сможем связать эти продукты, сможем предоставить еще большую безопасность на стыке этих интеграций, тем самым повысить контекст, повысить уровень защищенности самого предприятия. У каждой организации уже есть удаленные сотрудники, которые чаще всего работают из дома со своих там личных ноутбуков или используют мобильные устройства. И для Security Operation Center эти сотрудники в тот момент, когда они не подключены к core сети предприятия, это Terra Incognita. Данное решение предоставляет возможность выставить на периметр компании некоторые сервера управления, к которым будут подключаться уже агенты на этих устройствах. Компания получает возможность моментальной реакции на любое недопустимое событие или какую-то атаку. Эта реакция может измеряться какими-то единицами секунд, а также его можно настроить автоматически. Ну, система сможет принимать автоматически на это вердикт и блокировать попытки. Отслеживать именно защищенность всех конечных устройств в одном интерфейсе – это достаточно сложная задача, которую невозможно сделать без удобных инструментов. И вот в данном случае, предоставляя такое решение, организация выходит для себя на новый уровень, позволяя там, операторам SOC, позволяя бизнесу видеть то, как у них сейчас выглядит защищенность их устройств, в том числе и тех, которые находятся уже внутри периметра компании, внутри ее инфраструктуры, сценарий именно наблюдения, получения максимального контекста минимальным количеством сотрудников в самый короткий промежуток времени. Анонсами дело не окончилось.
Эксперты Positive Technologies не только рассказали о возможностях 5XDR, но и показали работу решения. Также они представили важный элемент XDR-решения – EDR-продукт для выявления и реагирования на угрозы на конечных точках. Специалисты по информационной безопасности узнали обо всех особенностях XDR и EDR-решений напрямую от лидеров продуктовых команд, а также поучаствовали в розыгрыше подарков, справившись с онлайн-квестом.